Я должен сказать, что здесь есть другое очень опасное обстоятельство. То, что Никол Пашинян постоянно отмечает 29 800 квадратных километров и так далее. Значит, он признает, что Армения — это советская Армения. Что означает, что если будет подписан подобный мирный договор, о чем Алиев давно говорил, сейчас он немного замолчал, но он опять начал говорить. Они обратятся в суд с иском против нас за 30-летнюю оккупацию, использование их территории и причинение вреда на сумму в несколько сот миллиардов и получение взамен этого компенсации. Стало быть, это необходимо учитывать. То есть, подписанием только этой бумаги все не закончится. Наоборот, начнется жуткая эпоха. Как они говорили, повесят на нас долг в размере 800 миллиардов, так как Армения не может его выплатить, взамен него они потребуют Зангезур.